Все, отлично. Волосы высушил, можно приступать. Что это было? Все на мид, с вами Фрид. Но я тоже хотел какое-нибудь крутое начало, у меня его просто нету. Ладно, все окей, больше не буду использовать это глупое начало. Договорились, без него, да. А сегодня мы с вами поиграем! Да, это игры для мальчиков, да. Как и по названию видео вы могли понять, да, очень оригинальные, да. Да. На-на-на-на-на. Но это не важно, и предлагаю начать. И первая игра, которая у нас здесь будет... Базировка миллионер. Безрукий миллионер. Кликни тут, если ты готов. Я готов. Вау. Это все? Понятно, лучше не подставлять руку. Да хватай ты денежку. Денежку. Так, отлично. Не, это очень просто. Вон $10. Можно купить им мороженое. Мороженое. Сложно. $10 достать очень сложно. Хочу мороженое. О, не получается схватить. Сейчас! Да блин, мороженое не будет! Придется новую руку покупать! Доллар! Да, доллар легко достать. Мороженое. На. Да я подкачал руку! Я готов! $5. А, да ну говно игра! А, да ну говно игра! Следующая игра на сегодня, это игра Молния. Вот это круто. О, это Молния? Воу. Воу, 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 воу. Прикольно. Эй, 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 эй. Что ты делаешь своей рукой? То он там теребонькает, теребонькает, не теребонькой. Ладно, старт новый. Воу, опасный парень. Я всегда играю на нормале. Потому что изи это не мой уровень, а нормал это... Это я, это... да. О, this is time, beat you. Время избить тебя. Умрите. Дрыщебол. О, молния. Молния. Энди. Hey, what's going on here? Why you beat him? That you can't get money? Why? Ладно, Гейб. Какой крутой музон, прям. Хочется драться. Эй, эй. Что за говно? Дерись, молния. Молния. О. Чё за говно, а? Бей, 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 окей, следующая игра на очереди, это внедорожник. Я вас уверяю, это лучший симулятор сия Руси. Я не знаю, это самый лучший симулятор, который может быть на планете. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Все просто. Мы берем этот пикап и, как бы мы едем. Едем, да? А после чего происходит... Это вся игра. Не, серьезно, кто это придумал? О, мы еще можем ехать. Мы не можем ехать. Ладно, ребят, следующий... Кто это говорит? Эй! Супер хот! Супер хот! Супер хот! Супер хот! Как вы поняли, эта игра называется Супер хот! И в этой игре все в слоумо. Вот. Воу. Твои очки. Да, я тебя сейчас убью, да иди ко мне, сучара! О, отлично. Стреляем наперед. Фак. Давай. У тебя есть время обдумать. Шу. Воу. Ты промазал. Супер.
Супер хот! Уу! Супер хот! Ты не успеешь выстрелить. Во! Во! Это очень круто, ребят, это... Вау, парень! Супер хот! Подпевай, супер хот! Мы не боимся пуль. Я ниндзя. Воу! Да я и так пробегу. Не пробегу. Да я пробегу! Ниндзя! О! У-у-у! Это было близко. Ну чё ж таки. Поиграем! Бах! Бах! Давай. Бах! Следующая игра у нас «Выжить на Титанике». Необычно, согласен, но давайте попробуем. В общем, нажимаем старт, и нам надо выбрать персонажа. Не, вот зачем, не хочу быть. Фу. О боже, что с твоим лицом? Я не заучка, я не лысый. О, прикольные ребята. О, на меня похож. Вообще вылитый я. Наверное, играть буду именно им. Хотя... Пират! Пираты на Титанике. Хотя, кто может быть опаснее пирата, спросите вы меня. Лысый с усами! Отлично, берем его. Поехали. Задача заключается игры в том, чтобы выжить дольше, чем другие пассажиры Титаника. И думаю, у нас это удастся, потому что... Мы голый? О боже, я его не создавал, ребят. Это не я создавал лысого, бородатого, голого мужика на Титанике. Он сам шел на него, я его просто выбрал. Честно? О боже! О, ну, здесь, короче, если вкратце, корабль тонет, бегите народ, спасайтесь, кто может. Уникальная наша способность, мы можем брать чуваков и подкидывать их в воздух. Чё от меня воняет какой-то фиолетовой фигней? Чё все так кричат, спокойнее, всё, Титаник тонет. О, все нормально, ребят, это просто был енот под водой, мы его сбили. Что? Ну, в общем, мы сбили подводного енота. Ладно, шучу, подводного енота там не было. Мы просто наткнулись на какую-то волну, наверное. Либо что-то еще. На айсберг. О боже, опять подводный енот. Спасайтесь, кто может. Я не понимаю, как здесь можно умереть. Что за фигня? Эй, пошла нахер отсюда. А, надо подняться в лифте, кажись. А, да, лол. Мне нужно вверх. Вы что, охренели? Пошли вон. Ёб твою мать! Это сложно! Честно, ребят, это очень сложно! Да вы чё? Чёрт, вода поднимается! Иди вон, пират! Да ёб твою, как подняться наверх? Да лифт не работает! А, всё нормально, пацаны! Все таки вау! Yeah! Круто! Здесь офигенно! Ну-ка, как наверх подняться теперь? Не, конечно, всё понимаю, но я хочу наверх! Эта хрень не работает! Что за подводные еноты? Опять! Ох, дерьмо! Черт! Час спустя. Мы потихоньку тонем. О, господи, еноты! Опять подводные еноты! Пошли вон, ублюдки! О, там есть сверху палуба. Эй! Чё за хрень? А как наверх подняться? Я так и не понял, как в лифте наверх подниматься. Что? Нельзя даже потанцевать, просто веселая музыка. Боже, что вы такие невеселые-то? Просто танцую. Мне потанцевать нельзя? Идиот! Готовы играть голых мужиков, которые будут опрокидывать друг друга? Чтобы обниматься. Какая-то гейская игра. Да ладно, шучу, это все суровый спорт. Это мужицкий суровый спорт. Ну что, поехали. Рэди. Конечно, Рэди. Так. Нет. Ты меня не опрокинешь. Ой-ой-ой. Ой, и такой... Ладно, мы победили, одно очко. Ну что, дорогой, на закате я тебя прокину. Твои нога мне мешают. Yes. Слушайте, я лучший борец, по-моему, в этой игре. Хо! Кия! Что, не ожидал? А я умею делать сальто. Нет!
Yes, опять мы выиграли! Мы ниндзя какие-то! Почувствуй мой пердак! Блин, мы очень крутые в этой игре. Шах! Шах и мат! О, что творит? Хорошо, что у меня ноги 360 двигаются, ха! На тебе моим пердаком по лицу! Black Wings! Ладно, ребят, вот такой вот у нас забавный ролик вышел про игры для мальчиков. Кстати, достаточно необычно, что я выпустил 2 видео на неделе. Это я веду все к тому, что чем больше просмотров на видео, тем быстрее я выпущу новое видео. Так что рассказываем друзьям, показываем мамам, собакам, детям, котам. Ну, лучше друзьям все-таки, потому что они лучше вас поймут и, возможно, тоже им понравится мое видео. И они тоже будут смотреть, поэтому... Посоветуй другану мой видос, позязя. Ладно, ребят, надеюсь, вам это очень понравилось. Потому что, если это вам понравилось, я поиграю в игры для девочек. Я этого не очень хочу, но я, в принципе, могу, если вы, конечно, захотите. Напишите в комментариях, хотите ли вы это видеть или нет. Обязательно поддержите меня лайком, потому что лайки, как бы, на Ютубе, как подарок. Да, я люблю подарки, люблю лайки от своих подписчиков, от Винкс, от всех. Если ты фея Винкс, поставь лайк. Если не фея Винкс, поставь тоже лайк. Я надеюсь, да хочу, объяснил. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Фрид. Всем удачи, всем пока.